mine is mashed potatoes. Flowers like glaciers, pretty like great chasing. Мы направляемся сейчас в стадион Локомотив Черкизово. Это мой родной стадион, это мой дом. Я провел там все свое детство. Мы смотрим, что из этого выйдет. Заряд бешеный на самом деле. Всем салют, с вами ФК Басса, и ну что, нам всего лишь 4 месяца, мы уже в нижней сетке, в финале. Мы все свои работы заслужили в финал. Я надеюсь, что ребята сегодня приложат все усилия. Я уверен в своих пацанах, я уверен в своем тренере, уверен в целом во всей команде, в целом в клубе, в нашем большом бренде, еще раз скажу. Поэтому мы поехали, как бы что бы ни было, и мы будем дальше переть, потому что у нас крутой сквад и крутые болельщики. Всем удачи, хорошего просмотра. Аудитория видит дружность, видит честность, видит искренность, то, что в этой команде есть футбол, он живет футбол в них. В каждом из вас, в каждом из нас он живет. Все верят в вас, вы это видели. Давайте друг за друга, окей? Договорились. Baby boo, I would do anything, would you do anything? Baby boo, wish I knew just the cool need it to be worthy of you. Cause I need to be all, so I can really feel whole. For the life of me, can't slide as me. I show my best side to you, see, we'll give it up. You tell me I lied too many times, you had enough. Pieces of the love we used to have before you call my bluff. Could've used some substance. You had too much fun. Удар! 2-1! 2-1! 2-1!
черный, идем рама. Вадим черный, 2-2. Играем дальше. Иван Зириков вперед, это первое. Я думаю, что сейчас перебить попросит, нет? Да, перебить удар идет ВС. ВС такой же разбег, удар, не забивает ВС, 2-2. И это гол. Уверенно, забитый гол. И это гол, уверенно знает свою работу, выполняет ее хорошо, но теперь и все зависит от Абрамова. Мазу. Пробное финале! Эти пацаны бились! Похлопайте им! Ну что, драма. Вначале нас окунули в очень хорошую такую настоящую жизнь, что нельзя выходить и расслабляться. И не адаптироваться. Этому жизнь нас научила за тайм, но во втором тайме мы показали, что такое характер, что такое футбол и что такое может быть чудо на футбольном поле, забив 3 гола. Я думаю, что и все болельщики, вы согласитесь с тем, что мы больше заслужили финала, чем наш соперник. Да, мы уйдем на паузу, она будет нам в пользу. Я прошу вас следить за нами, потому что мы очень интересная команда. И что я говорил в кругу, что все комьюнити именно болельщиков медиафутбола, оно увидело в нас настоящий футбол, настоящие эмоции, которые мы даем всем вам. Я видел ваши комментарии, как вы хотели, чтобы мы с Тудрос были в финале. Я надеюсь, что мы еще в нем окажемся, в МПФЛ, в МКС, и будем дальше себя прогрессировать на пути нашего футбола. Поэтому нам всего лишь 4 месяца, мы уже сделали большую работу. И спасибо вам, что вы были с нами и будете с нами. Мы все сделаем для того, чтобы вы в нас искали частичку своей теплоты, а может и больше. Поэтому наша команда БАС, она продолжает свой путь, мы будем ехать. ФК БАС с вами. Всего хорошего. Я тебе оставлю свои воспоминания.